Вашему вниманию представлен список биноклей, с которыми я познакомился на протяжении, ну, пожалуй, наверное, практически 10 лет. Что-то было давно, что-то было недавно, какие-то бинокли уже забываются, но в принципе по каждой из моделей свои 2-3, а где-то и 5 копеек я готов вставить. Мы можем поговорить об этих биноклях, слабые и сильные стороны, поэтому обращайтесь предметно, не со слов, не вычитав где-то на зарубежных форумах, а именно прочувствовав своими глазами, пощупав своими руками, я могу поведать вам о тех или иных достоинствах и недостатках данных моделей и брендов.